Так, всем привет, это Альвинос и Респаун. Ну, спасибо одному подписчику, извини, забыл твое имя, про то, как летать на драконе. Оказывается, не надо никаких сёдел, ничего, подходим, чпок, и летаем. I like a fly, in the sky. Вот, можем летать. Правда, как им управлять, я, честно говоря, не очень знаю. Но вот он, сама смысл, что он, наверное, так, а как им взлетать вверх? Вверх он не хочет. Или он летит, как он хочет. То есть, смысл в том, что мы можем летать. А мне летать, а мне летать. Охота, ну, хоть какая-то польза от этого дракона большого. Вот. Но сегодня я решил, раз уж у нас есть дракон, у нас есть... что это было? Кто это? Что это? А, это дракон еще стреляет? Типа, все серьезно? Ну вот, открытие. И сегодня я решил, раз уж мы летаем и стреляем, то попробовать пойти в ад. Для этого у меня есть обсидиан. Так, обсидиан. А, он даже блоки сносит. Так, много обсидиана есть. Надеюсь, много. Так. Так. 3, 4, 5. Это у нас версия 1.7. Так, так, так. Что у нас мешает? У нас мешает дерево. Так. Эта штука... Не будет срубать, да? Топорик у меня есть? Нет. Ладно, срубаем по старинке. Руками, как всегда, я топор нормально не взял, наверное. Хотя, подождите, а этот рубит? Ну, этот рубит, но он не для этих целей, я так понимаю, да? Хорошо, значит, думаю, так хватит. Так, строим сторону. Надеюсь, портал настолько огромный, что... Наш дракончик туда и поместится. О! Так, подбираем все вот это вот добро. Так, это вообще-то надо сбить. И, наверное, надо будет сделать все же себе топорик. Нормальный. Так, это 6 штучек. О, лягушка, здорова. Дай сюда то, что ты имеешь. Так, поджигай, Абдула. Угу, хорошо, надо пойти взять блоков, как-никак уйти в ад, но и на драконе, но сомневаюсь, что я хочу попасть туда. Ну, в принципе, может... Ой-ё, чуть-чуть за много. Ладно, железом возьмем. Так, еще железо и железо сюда. Так, это мне не надо, древесина, может... Чё ты смотришь? Ну чё ты вылез? Чё вылез? Сейчас пойдем. Подожди немного. Так, 29. Чё сделал? Хорошо. Ну а ты тут как всегда. Да? Угу. Так, дракона. Дракона с обыкновенно. Сиди сюда. Иди сюда. Ты где? Так. Да, я хочу на тебя сесть, во-первых. Ой. Но полетели, надеюсь, это работает. Нет? Ну ладно. Ребята, пошел я один. Встретимся в аду. Так, и новое достижение в самое пекло. У нас тут что-то есть довольно-таки интересное. Что такое адский лава форм? Что это такое, усы? Не ясно, что это такое. Ага. Так, во-первых, делаем маркер. Новый маркер. Портал. Идзефацикук. Ну ладно. Портал. Готово. Да, я ж люблю потеряться. А, у нас тут лава. Так, что у нас тут местные жители дают? Так, ничего пока мне не дают.
Так, у нас тут... Так, это мы забираем, это ставим. Так, закрываем. Что-нибудь тут есть? Вот что-то ходит у нас тут такое с глазами. Ага, во. Какая-то паука есть. Убивает с первого раза и дает что-то интересное. Так, вы не агритесь? Нет, нет. Poison Gland, Rebus. Спасибо, конечно, но мы уже проходили. Так, что тут еще у нас интересного? Руды вроде бы как новые, не особенно. Блин, а для чего это? Лава Фоум. Для чего она используется, я не знаю. Так, ее довольно-таки много. Так, кварц. А, кварц я уже собирал. Кварц у нас есть, но можно собрать ради опыта. Опыт пригодится. И... О, еще там кто-то шляется. Ты кто? Кто ты, что ты, где ты? Чпок. И с первого раза убиваем, да? Интересно. Так, что-нибудь новое появится? О, что-то новенькое, что-то новенькое. Ты кто? Надеюсь, ты друг? Ты друг? Гурт? Ага, судя по тому, что ты собираешься на меня напасть, а не друг. Ух ты! И вас тут еще немало, так я смотрю, да? Какие-то белочки. Ты где? Иди сюда. Ну ты сам напал, я ж не виноват. Вот. Так, что даем? Редстоун. Это. Что мы даем? Красного камня, кварцевый блок. Все? Неинтересно. Так. Ну. А, это лавовая пена. Насколько я понял перевод. О! И тут муравьи у нас есть. Red Ant. Ну, такого добра хватает и в простом мире. Ладно, наверное, пойду я тут пошляюсь. О, что-то есть, что-то вижу, что-то новое. Так, лава форму возьмем, пригодится. Как на блок, тут и упасть. Так, где оно? Где это оно? Оно, где-то вот тут оно. Лава форм. Хоть бы применять, где ее можно было. Так, и где оно? Так. Это наверху, внизу, влево, вправо. Где ты? Зачем мне это лапа? Ладно, извините. Так, значит, немного походил, кроме вот этих вот... товарищи и вернуть отправителю, да? Кроме стандартных мобов и плюс этих вот тараканов и этих огненных, как они называются, белочек, как я их называю. Не знаю, как они там по натуре такие-то кутьё или что-то там. Тут что-то пока ничего интересного не нашел. Вот, еще у нас тут есть полезные некоторые штукенцы, которые мне, я так не очень понял, зачем они нужны. Так, усы. Так, особенного применения нету. Слезогаста, усы. Стандартная ванильная. Это лава форм. Это что-то вроде... О. Лава форм, это что-то вроде твердого льда. В принципе, из него неплохо делать... Да. Ты кто такой? Так, ты умри, товарищ. Так, ну что, мне осталось только найти, как этот называется, пещеру, или, ну, не пещеру, а эту крепость, и вернуться. Там посмотреть, может, там что-нибудь интересное будет, потому что, ну, тут ничего такого особенного. Я думал, тут супермонстры вот такие вот будут, только помощнее. Так, ну, форм есть. Ой, ё. Вот, я так думаю, наверное, нудное будет
Да иди ты отсюда. Ходят тут всякие, житья не дают. Так, ну ладно, пошел искать я крепость. Может, крепость и что-нибудь интересное обнаружу. Да, не только белочки эти носятся. И вон белочки, пауки из Эребуса какого-то хрена тут делают. Какими макарами их сюда занесло. И вот в основном белочки эти огненные. Так, ребят, у меня белочка. Да, интересный мир. Ладно, вернусь. Так, какая-то гадина меня скинула оттуда сверху. И я чуть не помер. И надеюсь, не помру. Но благодаря костюму я еще, как вы видите, живой. Только я как-то застрял тут не совсем удачно. Так. Песок душ. Так, подождите, у меня вообще-то все забито. Так, это скидываем. Так, лава форм никак не используется. Ладно, продолжаю поиск. Так, после некоторого времени беготни я наконец-то нашел эту гребаную крепость. Так, и мы попробуем в нее пойти, посмотреть, может, там нам чем-то повезет более-менее. Ой, иди отсюда. И ты иди отсюда. Так, а что там у нас такое светится? А, это у нас просто лава. В общем, пока я здесь ничего нового не нашел. Вот у нас крепость. Так, крепость, это у нас где-то тут. Ты, товарищ, это иди, ты нам не нужен. Так, ладно, доберусь до крепости и вернусь. Хотя я уже, наверное, добрался, да? Ага, уже почти что. Уже. Иди отсюда. О, уже слышу. Я тебя слышу. Так, ну что, надо вообще-то поесть. Возьмем вот это вот, поедим у меня их. А, вот уже наелся, да? Давай поднимаемся вверх. Так, где мы тут? Надо же, как повезло, я сразу же нарвался на спаунер гастов. Не обижай ты меня. И ты не обижай. Так. Ты куда? Ага, сейчас же, конечно, убьете вы меня. Так, палочки собираем, пригодятся. Ну что, в принципе, мне тут ничего не надо. Только можем забить точку. Маркеры, новые маркеры. Как она называется? Замок. Замок. Готово. Ну вот, теперь мы можем сюда вернуться в любой момент. Идем искать темненьких товарищей, которые нам дают головы. О, еще один. Ну ты, зараза, успел выстрелить. Так, по карте не видать их. Так, ну и вообще-то ящики. Может, в ящиках найдем какую-нибудь хорошую вещь. Ладно, побегаю, вернусь. Так, нашел черненьких, но, блин, не успел среагировать и включить запись. Так что извините, первых. Вот, там вроде бы есть. Да, вроде бы там кто-то ходит. Да. Вот, иди, товарищ, сюда. Так, сэндвич ничего не дает. Так, на чем у меня больше добыча? 3. Так, добыча 3. И тут что? Добыча 3, ну везде по тройке. Так что можем играться с любым. Так, ты, товарищ, иди сюда. Отдашь ты мне голову? Так, голова нету. А нету голова. Ладно, побегаю тут, может, набью какую-нибудь голову. Так. А, ну тут еще вот эти товарищи у нас. Вот, так, подождите, для чего мы можем использовать палочки, усы? Так, сварочная стойка, топливо. А этот? Ага, понятно. Что, только ванильное? Неинтересно.
Так, там никого. Тут тоже никого. Надо искать, 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 искать. Ладно, пошел я. Так, по карте я вот вижу двух скелетов. Может, кто-то даст мне голову. Дай голову. Голову дай. Иди отсюда. Странно, что-то я ящичков не вижу. Мне ящики нужны для того, чтобы там найти какую-нибудь сокровищу. Свекровище. Так, кто-то у нас тут бегает. Никто. Так, тут у нас... так, тут у нас конец, да? Тут у нас тоже тупак. Тупик, тупак. Ладно. Жек, не видел негр? Не, ладно. Темных. Ой, что-то я не туда побег. Чё-то ты не бежишь быстро. Ну, там еще кто-то бегает. Так, о, где-то он стоит. Вот там должен быть. Должен быть один темненький. Темненький, ходи сюда. Я тебе конфетку дам. Суши. Ходи сюда, дорогуша. Тая голова. 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 Голова с нету. Ай, так, это скидываем. Так, 40. Ух ты, сколько же их понабирал-то. Так, а, не, вот это мне надо, потому что штука-то не играет без нее. Ладно, найду что интересное, вернусь. Так, ну, единственное, что я нашел на данный момент, это вот добро. Это значит, что у нас сейчас может быть зелье варенья, да? Зелье варенья. Варенье или варево, короче. Так, тут что у нас? Тут ничего. Как-то ящиков тут тоже не видно. Не пойму, почему так. Вообще-то это надо убрать. И поесть вот такую вот штуку. Она мне дает скорость. И прыжок. Стрекозел носится по... Так, где-то у нас тут должен быть темненький. Где он? Вот тут где-то. Сюда. А, и, наверное, где-то наверху. Ладно. Нехорошо, конечно, но давай. Так, тут он. Блин, а хоть сегодня один ящик-то найду. Так, бежим, 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 бежим. И ничего не находим. Такая нудная... тупик, тупак. Ты мне газ не нужен. Мне нужен кто-нибудь из темненьких или... Вот. Где? Где ты? Где ты? Где вы, блин? А, наверху. И не ты, блин. И не ты. Где-то ж вы тут. Блин, корпус много, но где вы есть? Ничего не понимаю. Шуруша где-то костями. Где? Первый ящичек. Поздравьте, и ничего нету нужного. Да, блин, где же товарищ? Внизу, что ли? Ну вот же слышу я вас. Я вот тебя слышу. Где вы? О! Ты откуда вылез? Так, одного нашли. Где еще? Где? Где? Сейчас как... Ух ты ж, ё! Здоров! Не видел? Тут не проходили такие... Интересненькие скелетики. Вот ты где. Ну, голову, блин, ни один не дает. Удача, три, ни одного. Хотя удача, насколько я знаю, не действует на этих самых темненьких товарищей. Так, это что? Это я тут пробивал, да? Ага, может, тут кто-то у нас. Где-то ж гремит. Ага, внизу, наверное. Вот ты где. Голову на отсечение даю, что я что-нибудь найду. Так.
Так, еще побежали. И что, тупик? Не, пробьемся. Так, тут я, наверное, уже бегал. Да, тут я бегал. Ой, ничего интересного, ничего не нашли. Что ж, такая вот не очень-то интересная серия получается. Ага, тут я вообще-то не ходил. Так, ну хотя бы какие-нибудь ящики найти. Я в ящиках хочу найти. Там есть спаунеры такие бывают. Вот, вот такие вот Random Danger. Твою ж дивизию, он спаунится. А ну-ка давай-ка, да, мой, быстро, быстро, быстро. Быстро домой, домой, домой. Так, домой, домой. Куда мне тут домой прийти? Так, этих нету, значит, домой, быстро, быстро домой. Так, у нас тут, значит, портал. Идем в портал. Надеюсь, у меня топечник домой. О, дракоша, здоров. Ты дома? Дома. Хорошо. Так, ты тут все как всегда портишь мне, да? Так, золото мы изучили. Так, это значит сюда. Так, Poison Gland, мне это не надо. Ну ладно, я сейчас разберу свой инвентарь и вернусь. Так, вот я уже дома, конечно. И что, делаем эти рандом пиплини. Я их перепутал, значит, с другим. Вот они, спаунеры. Что это такое? Это спаунит, я его, значит, перепутал. Где-то есть, вот он, Random Dangerous Spawner на Exist Value. Да, а этот... А этот им должен иметь. Да, вот его можно вообще-то изучить. Чтобы в следующий раз их брать, просто навсего давай. Не изучается. Ладно. Значит, так, эти мы скидываем по камень сюда. Берем один. Ставим этот ворм. Так, значит, мы можем тут прокопать. Да, хороших инструментов у меня почему-то нету. Почему-то кое-кто их не сделал. Ну ладно, потерпите немножко ради из этого самого спортивного интереса. Так, берем вот эту вот штуку и... Вот, и смотрите. Короче, она как лед. Надеюсь, в этом понятно. Так, это мы скидываем. Так, ну что, идем смотреть, что нам получится. Надеюсь, что-то попадет очень интересное, и мы можем там пожить. Его лучше подальше от дома, потому что не ясно, что у нас заспавнится. Может заспавниться что-нибудь интересное, а может заспавниться что-нибудь простенькое. Так, ну где-нибудь тут. Пок. И чё? Так, подождите, усы. Так, о. Оно начинает действовать, отходим. И не ясно, может быть очень огромное что-то, может что-то такое. Ладно, я сейчас подожду, и когда оно заспавнится, вернусь. А то я не представляю, что тут, что оно выдаст. Уйо! Ого! Уйо! Ты кто? Ты что? Ты кто? Что такое? Это ты ж... Ну, ведь... А не обнаглел ты? Как тебя бить-то? Ты! Пауканус, обыкновенус. Фу, что-то было довольно-таки простенько. Ого, молоточек-то какой. Так, что дал? Всего лишь. Это столько его убивать и столько получить. А вот эту дыру кто сделал? Он или она была? Тут кто помнит? Так, где эта хрень заспавнилась? Вот там. Чё я медленно так хожу-то? Так.
ну что, первые попить кабеля не очень. Площадка, значит, паучки тут всякие. Ага, даже так, да? Неинтересно, ладно, сейчас бегаю, сделаем вторую попытку. Ну что, попытка номер два. Она хочет ставиться только на землю, получается, да? Ладно, вон тебе земля. Эть, и убью. Ой-ой, мама, что это такое? Ты кто такое? Ты что такое? Ах, вы ж... Что-то знакомое. А, из этих же... Из Аватара, как он там... Лео Тритоникс. Сейчас я могу стать этим, как его... Макатумба. Или как его там называли. Иди сюда. А новострел вообще-то действует. Ага, не нравится. Интересно, вас приучить-то можно? Может, я могу быть великим Макумба этот? Ты, Макакумба, иди сюда. Лептриконикс. Иди сюда, куда там полетел. Ого. Ну, умирает, товарищ. Иди сюда, блин, товарищ. Товарищ, ты там, красненький. Иди сюда, товарищ. Пауков тут, я вам скажу. А, иди сюда. Так, что хорошо дает? Стоит ли его вообще вызывать и убивать? О, кстати, я чуть не помер. Угу. Так, что дает-то вообще-то? Что он дает? Перья? И все? О, кракен. Мне неинтересно. Мжик. А мы тебя большим. Иди сюда. Кракен ты или кто там? Летоводы. Ух ты ж. Нехороший. Леталка ты. Надо будет почитать вики. Возможно его завладеть им. Ух ты, как он откидывает. Ух ты, какой ты... Нехороший. Иди сюда. Я сейчас тебе как-нибудь да я загублю. Как-нибудь да загублю. Ты где? Я еще с тобой не закончил. Иди сюда. Я еще с тобой не закончил. Иди сюда. Ты. Только не исчезай, товарищ. Я тебя ж убивал. Ну вот. Засцал и смылся. Вот ты ж. Так, подождите, тут спавнера часом нету. Тут я... А, вот оно что, Петрович. Не-не-не-не-не, извините, мне пока мисс такой радости не надо, надо будет как-нибудь вызовем. Так, во-первых, вас тут, товарищи, надо всех позбивать. А то уж мне тут все заполоните. У вас тут и так... Ну, за дохренище. Так, это мы вас надо будет, мы вас вызовем. Так, что там что-то у меня спавнилось. Где-то тут, ух ты, сколько мяса. Это кого, дракона, что ли, мы его загубили? Только не говорите, что дракон мой умер. Радужные муравьи. Ну, это можно собрать. Радужные муравьи нас отправят в какой-то мир. Ну, пока я не хочу идти туда. Так, моя дракона умерла. Дракон умер. Да здравствуй, дракон. Так. Ух ты ж, сколько ж вас тут. А вас тут хоть сжечь-то можно. Как от вас избавляться-то? Это ж вы мне весь мир тут заполоните. Да, ладно. О, еще тебя тут мне только не хватало. Угу.
цветные букашки всякие. Дракона, значит, потеряли. Вот так тебе, блин, нефиг тут носиться. Так, ну что, я думаю, на сегодня хватит. Ничего нового не приобрели. Потеряли дракона, потеряли, я так понимаю... Нет, ты живой, смотри. Большого дракона потеряли. Ничего, найдем яйцо, вызовем. Вот, ну что, вступили в бой. Так, это мы, значит, преобразуем в это. И где у меня все лежит? Вот оно. Да, кто там говорил, Worm, Large Worm, Spam, Large Worm. Ну, не знаю, посмотрим. Может, как-нибудь в следующей игре мы его загубим. Так, эти что? Red Ant Nest, Rainbow Nest. Ладно, эти сюда. Вот у нас еще до хрена этих есть. Еще посмотрю на Вики, может, что-то еще интересное. Так, это что такое? I'm do not eat. Ага, do not eat. Раз do not eat, надо... делать it. И так, яблоко. Во, яблоко. Раз написано нельзя есть, надо съесть. Надеюсь, сдохну. И так, что же это у нас тут такое? Ну, товарищи, до свидания. На этом, я думаю, заканчиваем наш летсплей полностью. Меня больше в этом мире не будет. Ага, а я it не могу его, да? Ну ладно, это мы сделаем в следующей серии. Увидим, что за яблоко. Я все благополучно растерял. Ну и кроме тех жвирюшек, которые почему-то тут ерундой страдают. И вот этих вот бабочек, которые тоже переносят другой мир. Что ж, найду занятие на следующую серию. Так, что там несется? Это ты кто такой? А, ты этот. А, да, кстати, надо будет пособирать животных. Есть животные у нас тут, да, которые... Короче, 4 животных можно объединить в команду с помощью морковки и еще каких-то. Это я прочитал на Вики, и надо будет попробовать это сделать. Для этого нам нужен бурундук, страус, птеродактиль и еще кто-то. Вот забыл. Птеродактиля мы там вот имели. Ух ты. Чпок. Чпок. Ну, блин, где у тебя хитбокс-то? Хитбокс — это бокс, куда надо попасть, чтобы его убить. Потому что он может из него вылазить. Как-то там можно по F3 находить это. Ну, ладно. Я уже так-то с вами заболтался, пошел я спать, и увидимся в следующем серии. Это был Альвинос, ставьте лайки, пишите комментарии, и пока!